Ողջույն բարեկամներ, այսօր ես հարսանիք եմ անցկացնում Անելիտա ռեստորանից, օգոստոսի 21-ն է, այսպիսի հետաքրքիր շենքի տակն է գտնվում։ На звание можно сказать файн-дайнинговского ресторана. Собственно говоря, команда прям знает свое дело очень хорошо. У вас кухня армянская, европейская? Армянская, европейская, фьюжн, можно сказать, потому что несколько разных кухонь соединяет. Кавказская, европейская, можно так сказать. Как вам ресторан? Шикарный, очень нравится, красиво все, да. Владельцы армяне, владельцы армяне. Что важно? Это тоже, собственно говоря. Вон сацахнувым апель кофейхет. Шат амех, тишта кахцрадарный узел, байц. Эре гразмик ете тайрали тэнк ашхатум, эн вор кцел ем артэн визионна. Я сначала проснулась 4:30, поняла, что рано. Потом проснулась 5:30, поняла, что вовремя. В общем, я все успела. Волнительно было, когда я была в фотосессии, зашла мама. Я, да, немножко растрогалась, но потом брат развеселил. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Той улыбкой развивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер. А припев знаете? Давайте споем, поехали! Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет шалалалала. Если ты во сколько встал? Я вообще не спал даже с этого. Нет, я спал 2 часа. Но когда проснулся, я сначала не понял, что происходит. Почему я так рано проснулся? Потом понял, осознал, что сегодня для меня важный день своей жизни. И у меня свадьба сегодня. Я должен сегодня по максимуму всю энергию потратить. Да. И вот настал тот момент, когда они дарят своим родным и близким свой первый медленный танец. Вот наш Гриша запускает дым, так, чтобы все было красиво. Много тренировали, кстати, насчет танца первого? По 2 часа 3 раза, немного, можно сказать. Но без платья, конечно, получается, да, уже хорошо. Но осталось как будет с платьем, это уже... А ты сразу согласился, когда сказали, что поставленный танец, нужно потанцевать? Или сказал, нет, какие танцы, поставим на месте, покачаемся? Нет, это красиво, это пусть будет, конечно, лучше с танцем. Потом уже начинает появляться чувство, что ты понимаешь, что человек уже тебе близок. Не только интересно общаться, но и прожить свою жизнь. То есть... Как интересно слушать. Да. Продолжай. Ты не в курсе, да? Что происходит? Ладно, все. Да мне все равно приятно. Все, ладно, мы поздравляем наших молодых. Счастья, любви вам. И веселой свадьбы нам всем. Спасибо. Кагам, вот этот кагам, вот этот кагам, этот кагам, базелю кагам. Ну что это? Вот этот кагам, этот кагам, базелю кагам. Курбурген нас, этот кагам, Эсфорган чес, вот этот кагам. Բարձր եք երկում գնացինք 1, 2, 3, hey! Ուր որ գնաս, հետդ կգամ, հետ որ կանչես, մոտդ կգամ, մոտդ կգամ, մոտդ կգամ, հետդ կգամ, վազելու կգամ. Չարդակե՞ք։ Իտակ, ռատ։
не поздно ты, похоже, мы не дали. Негативных фактов, злых директор, безопасных запах. Вся скукота разбежалась на полно и не устала. Я работал под лица, но Мадрид — это красота. Сфотографируйтесь, руку положи на голову, чтобы жесто, ага, вот так. Арусу, видишь, она и. На нас попробуйте, мы дали саду, я там Put your hands up.